Эти козырь-удары по энергетической инфраструктуре... Но они не сработают. Не сработают. И ракет где столько взять? Советскую, в эту структуру создавала в советское время в расчете на тотальную ядерную войну с Западом. Она должна была выдержать ядерную войну, удары десятками мегатонных ракет по территории Украины. Он хочет положить это калибрами, которые там не долетают, не попадают. Нереально абсолютно. Да, и остается? Там, по 5 дней мы можем быть без света по 3, но это же не блэкаут. Не больше. Не положено. Не больше. Даже самые скептические из энергетиков, с которыми я говорю, такие абсолютные реалисты, заземленные, которые там всегда там, мой энтузиазм пытаются гасить, они говорят, нет, полного блэкаута не будет, это невозможно.